вами Селена Свей, и сегодня будет долгожданное видео, которое просили у меня мои подписчики после того, как я открыла свой интернет-магазин, свой шоу-рум в Инстаграме. И сегодня я решила рассказать вам о всех нюансах, которые я, в принципе, сейчас вспомню, ну и вообще, что зачем следовало, как идея ко мне это пришла, с чего я начала, аренда, поставщики и все дела. Кстати, не могу не сказать, что каждый день ко мне добавляется огромное количество подписчиков новых, поэтому мне бы хотелось вас всех приветствовать. И сегодня я надеюсь, что это видео будет полезно не только для моих постоянных зрительниц, но и для новых зрителей. С чего я вообще начала? Почему я решила открыть шоурум? Первая моя мотивация была, это потому что я как блогер, мне присылают на обзор очень-очень много одежды. И, конечно же, одежда это и много копится, она вся новая. А у меня такой вот момент бывает, что я, в общем-то, знаю свой стиль, но мне на картинках очень нравится одежда, как она вот смотрится супер, и я в ней буду замечательна. Но когда я ее беру и заказываю, в итоге я ее не ношу. И такой одежды у меня очень много накопилось. И я понимаю, что ее накопилось уже на целый магазин. Просто на Авито там выкладывать, ну, как бы Авито считается там второй руки, хотя там много всего, ну, на Авито как-то не камильфо это все дело выкладывать. Тем более сейчас, если вы знаете, на Авито платная реклама. Я вот выставила свою квартиру на продажу и плачу 300 рублей в месяц. Раньше это было бесплатно, а сейчас 300 рублей в месяц. Но под это попадают не все города, там несколько городов не попадают, остальные все попадают. А если сделать это все с продвижением, со всеми делами, то будет где-то 1200-1500. Ну, в общем, Авито мне не кайф было, просто на своей странице не хочется, потому что страница у меня не о продаже вещей, хотелось отдельную страницу. И уж думаю, если я делаю, то вообще я давно хотела открыть свой шоурум. Я еще хочу открыть свой салон красоты. Ну, это такие, знаете, мне кажется, девичьи мечты. Все мы хотим салон красоты, такие все красивые пришли, и вообще красивые девушки уходят из салона красоты. Также хочется одевать девчонок красиво, что-то находить. В общем, я решила открыть шоурум, потому что, в принципе, деньги для вложения у меня были. Я вообще подумала, что туда нужно вложений немного. Я подумала, что нужно будет сделать аренду, найти, да, там, небольшую, так, примерно на 2-3 месяца вперед. Потом уже, думаю, мне доходы будут приходить. Не тут-то было. Думаю, одежда есть, а что туда надо? Вешалки поставил, да, и все, и больше ничего не надо. В общем, идея пришла открыть магазин. Первое, с чего я начала, я пошла, девочки, в каждом городе, советую, рекомендую, в каждом городе есть бесплатная поддержка начинающих предпринимателей. У нас это называется Новый Ростов, у нас в Ростове-на-Дону. Вы можете прийти, проконсультироваться, пройти бесплатные курсы, юристы вам помогут открыть ИП, то есть все очень просто. Расскажут разницу ИП, 3О и ОАО, по-моему. Вот, и в общем, профессионалы дадут какие-то советы, также есть там бесплатные курсы, есть платные курсы, в общем, они начинающих предпринимателей поддерживают. Я туда ходила, мне там очень понравилось, огромное пространство, также они даже предоставляют там, вот знаете, офис такой, ну, в общем, там много всяких приколюх, можно сходить. И вы также можете в своем городе найти государственная поддержка начинающих предпринимателей. Поищите по интернету. Вот точно так же мне мой любимый посоветовал, говорит, зайди, посмотри. И я зашла, посмотрела, походила на курсы. До сих пор поддерживают, до сих пор что-то присылают мне интересную всякую информацию. В общем, там помогут открыть ИП. То есть вам нужно будет только заполнить заявление, которое они вам помогут, оплатить госпошлину, все, ну, все, что нужно, они вам скажут, просто отдаете им документы, а они сдают все это, и через время у вас уже открыто ИП. Но все нюансы по ИП я рассказывать не буду, потому что это видео про другое, это уже налоговое и все дела. Это отдельно можно где-то почитать, варианты налога там и так далее. Самые упрощенные делайте налог и все. Представьте, что у вас не будет дохода какое-то время. Вот, после того, как я туда сходила, я уже параллельно искала себе аренду. Конечно, вначале, когда ты думаешь там, ой, простенько там, простенько там. Нет,
когда ты начинаешь рассмотреть аренду, думаешь, так, это тебе не нравится, это тебе не нравится, это тебе не нравится, а вот люди придут, а что они так подумают, а вот здесь им будет удобно это делать, вот это здесь будет удобно это делать. Короче, я выбирала аренду очень долго. Сначала я хотела выбрать в центре, чтобы всем все было удобно, добираться было удобно, но в центре аренда высокая. Извиняюсь, отвлеклась на часок-другой. Продолжим. Аренда. Сначала я хотела снять аренду в центре, но аренда, конечно же, в центре цены высокие. То, что мне нравится по метражу, по условиям, то есть я хотела и в торговом центре открыть, думала, но мне не подходило то, что нужно обязательно соблюдать график, то есть человек обязательно должен сидеть, нужно нанимать продавца. Это все, конечно, для начала было бы очень затратно, и я вообще собиралась этим заниматься сама изначально, то есть принимать заказы, сидеть там, ну максимум могла бы попросить Кристинку или маму мне помочь. Но вообще я всегда рассчитываю на свои силы, то есть я сама смогу. И я понимаю, что я еще не знаю, какой будет доход у меня и что будет, и нанимать человека, обещать какие-то деньги я еще не могла. Мама изначально мне сказала, что, говорит, бери аренду на районе, чтобы это было возле дома, чтобы в любой момент, то есть ты не сидела, например, там все время, да, опять же, я не знаю, какой будет у меня там, какая будет у меня проходимость, сколько там будет ходить людей. Это и хорошо, что, кстати, мама посоветовала, потому что получилось, что у меня в магазин за все время, за 3 месяца, которые он существует, 3, по-моему, да, было человек 4-5 с Ростова, которые приезжали ко мне. Все остальное у меня отправка по России. Ну, вот так получается. Вот они звонят, спрашивают, есть ли у вас отправка по России. Поэтому это и хорошо, что шоурум у меня находится вообще недалеко от дома. Я в любой момент села 5 минут, и я на работе. И, в принципе, время я там не провожу. У меня это скорее такой склад вообще для вещей. В принципе, можно было бы его и не оборудовать весь. Ну, так вот. Нашла я, в общем-то, аренду, площадь большую, недорогую. Очень мне понравилось, как там все сделано. И, в общем, я сняла аренду. Это первый-второй месяц вы оплачиваете, либо первый месяц и последующий. В общем, я оплатила первый-второй месяц. И все. Естественно, мне захотелось там внутри, чтобы все было прекрасно. Сколько я туда денег вложила, я не считала. Но, поверьте мне, больше 50 тысяч. То есть я там сделала примерочный, который, в принципе, не обязательно было мерить. Девчонки все меряют посреди зала, у меня стоит большое зеркало, они прям там мерят. Потому что у меня нет проходимости такой, знаете, что прям набились. А я же думаю, там будут очереди с детьми. И я там 2 примерочные сделала, там диван для посетителей, вешалка гардеробная. Ну, это я всегда надо, потому что друзья приходят. В общем, кучу всего, я думала, что вот будет много людей. И, конечно, у меня там и площадь огромная, а все намного меньше можно было бы снять, вообще, мне кажется, за 5 тысяч. Чисто вот склад такой, да, и все. И не надо там сидеть, если кто-то захотел прийти посмотреть, пришел, посмотрел. Вот. Ну, в принципе, аренда у меня небольшая, поэтому сильно по карману так не бьет. Поэтому ничего страшного, зато она у меня в хорошем месте. И на всякий случай, если вдруг я решу нанять человека и найти, то у меня уже готовое место, и не нужно суетиться. И соседки хорошие. Вот, в общем, аренду я сняла, обустроила все внутри, месяц целый обустраивала, вешалки эти покупала, вещи все наглаживала. В общем, много-много разных нюансов, свет, декор и так далее. Привезла, значит, все вещи, все развесила, ну и, в принципе, оформила свой Инстаграм. То есть у меня шоурум только в Инстаграме, больше нигде, нет отдельного сайта или еще чего-то. Сейчас Инстаграм-площадка, она очень сильно уже набрала, мне кажется, обороты, что достаточно, в принципе, иметь один Инстаграм, чтобы можно было бы хорошо зарабатывать. После того, как все было готово, Инстаграм-площадка была готова, конечно же, я понимала, что, на что я рассчитываю. Я начала не бояться все это делать, потому что у меня были вы. Да, у меня было определенное количество подписчиков и в Инстаграме, и на Ютубе. И я понимала, что так или иначе мне мои девочки, они помогут в реализации этого магазина, когда я только его открою, потому что будет много желающих, которые захотят приобрести те или иные вещи. Вот. И, конечно же, так и произошло.
первый месяц вот у нас произошло открытие, открылся магазин, все, и пошли заказы, то есть пошли заказы. А, конечно же, помимо того, что у меня были вещи, я еще заказала много разных вещей у разных поставщиков. Само собой, как-то, когда ты ходишь по улице, так или иначе, тебе встречаются какие-то вещи, ты спрашиваешь, есть ли там у людей опт, покупаешь все оптом, естественно, дешевле, потом продаешь это все в розницу. И, в общем-то, само собой, в каких-то разных местах я начала находить поставщиков. В основном все в интернете. Конечно же, о поставщиках, так немного перепрыгну, да, о поставщиках я не буду рассказывать, кто у меня поставщики, где я закупаю одежду и так далее. Это было бы неразумно с моей стороны, да. Каждый находит себе это сам, это вообще кладезь. Зачем я сама себе буду создавать конкурентов? То есть я могу рассказать о каких-то общих моментах, да, что зачем, там аренда, туда сходите, но где конкретно поставщиков, чтобы у нас еще были одинаковые с вами одежды, да, и мы продавали. То есть я не вижу это целесообразным вообще и каким-то разумным. Вот, поэтому поставщики ищите сами, спрашивайте у друзей, в интернете находите. Конечно же, выгодно все брать оптом, и я беру все оптом, и вкладывала очень большие деньги. Ну как очень большие, относительно, конечно, 10 и 20 тысяч, везде по-разному, например, там заходишь, тебе нравятся какие-то одежды, тебе нужно на 10 тысяч набрать или на 20 тысяч, у всех свои условия. Вот, и, конечно же, мне приходилось... Мне нравятся, например, 2-3 модели какие-то, да, а надо набрать намного больше. И еще ты не знаешь, что за качество придет. То есть у меня было такое с поставщиками, вот в интернете, да, допустим, я нашла, и я не знаю, какое качество придет. Сначала мне нужно заказать по одной вещи, допустим, своего размера, да, чтобы я хотя бы дома носила, если оно будет плохого качества, я не знаю. Потому что поставщики настолько разные, информация об одежде настолько разная, что ни хрена не поймешь. И вот я, например, нашла, у одних не очень хорошее качество, например, одежды, да, а у других супер высокое качество одежды, и я прям вообще думаю, о, супер. Ну, естественно, и цены разные, да, и условия разные, не всегда это может быть выгодно и удобно. Потому что хочется скорее зарабатывать, да, а получается, что ты только вкладываешь и вкладываешь. И по сути, я могу сказать, что на сегодняшний день, вот если сложить все мои вклады, да, и то, что вышло, я еще ничего не заработала, я даже еще в минусе, да. Но если отдельно считать по месяцам, то первый месяц, конечно же, я выкладывала постоянно видосы, я выкладывала там каждый день по 10 разных одежд, и сама сфотографирована, и так, и сяк, и видео, и сторисы, то есть, и девчонки начали подписываться, естественно, заказов было очень много, я помню, что я там чуть ли не день через день по 5-7 посылок отсылала. При этом у меня цены в магазине невысокие, я вот именно хотела сделать что-то такое невысокое и достаточно бюджетная, красивая и доступная для многих. То есть я не хотела делать какой-то магазин с какими-то завышенными ценами. Хотя все, что продается в моем магазине, я была в других шоурумах и видела все это, девочки, в 3-4 раза дороже. В 3-4 раза дороже. Я просто офигевала. Я видела какую-то вещь, я знала, где ее взяли. Ну, конкретно, где они взяли, не знаю, но знаю, где ее взять за копейки. И зачем ставить такую цену просто даже в 4 раза. Ну, как бы я не понимаю немножко этого. Но у людей там может быть другой свой контингент. Они ходят, и они не знают, где берут. Они, может быть, не знают всего этого, да, и поэтому покупают. Розница у меня бывает даже дешевле, чем, допустим, вот я сотрудничаю там с магазином с одним, да. У них, допустим, опт стоит один, а розница другая. Я в своем магазине продаю ниже их розничной цены. Вот, а закупаю, да, или приходит все это мне... естественно, по оптовой цене. Вот. И когда ты работаешь над своим магазином, конечно, будут заказы. Второй месяц у меня абсолютно не было сил, потому что я выдохлась. YouTube и канал очень тяжело совмещать. И я просто выдохлась, у меня не было сил вообще на магазин, ни на что. И при этом я вышла в ноль. Я отбила аренду. Класс. Но ничего не заработала. Но, по-моему, еще даже вкладывала, еще 15-20 я вложила в товар, потому что у меня есть и косметика, и сумки разные, этого мне не привозили, да, то есть то, что мне привозили как блогеру, да,
их уже на самом деле меньшинство. Большинство вещей, которые я уже заказывала сама у поставщиков, а также косметика, сумки, обувь и так далее. Третий месяц я тоже почти не занималась. Я от силы, может быть, выставила там 5 фотографий, сторисы какие-то спонтанные выкладывала. Я прибежала там, например, в магазин и сняла, что вот у меня сейчас в наличии, да. И раз появилась, и раз девчонки заказывают. Мимолетно она упомнила просто где-то во влоге о костюме, начали заказывать костюмы. Напомнила где-то о своем эпиляторе, которым я пользуюсь. Я такие же закупила себе в магазин. Наборы начали заказывать. То есть нужно заниматься магазином. У меня, так как я им не занималась, то есть у меня первый месяц вышло как бы хорошо, неплохо, да? Но опять же относительно. Это... Судя по тому, по средней какой-то зарплате нашей, по нашему Ростову, это меньше средней зарплаты, и жить на эти деньги тяжело было бы. А я понимаю, что это не доход еще, это еще даже не доход, это просто отдельно взятый месячный, да, то есть мы посчитали опт, мы посчитали розницу, все скидки, подарки, все вычли, вычли аренду. И вот что осталось как бы в сухом остатке, да, у нас вот такое вот. Ну, то есть все расходы, какие там есть еще, вычли, и вот что в сухом остатке. Но это никак, это как бы доход твой чистый, но это никак не доход, потому что в этом месяце ты потратила в общей сложности на вещи все свои, там, 50 тысяч, понимаете, да? Вот. Ну, короче, я считаю там по-своему, мне нужно просто понимать, сколько у меня идут расходы и приходы. Общие такие моменты я их пока не считаю. Вот, и, конечно же, остальные месяцы, 3 месяца или 4, блин, я не помню уже, у меня, ну, то есть я отбиваю аренду. Отбиваю аренду и, может быть, там в плюсе на 2-3 тысячи. Я понимаю, что этим надо заниматься, у меня времени заниматься этим нету. Найти и нанять какого-то человека, у меня к нему будет очень много требований. Платить пока что не с чего, но в дальнейшем я думаю, что надо найти такого человека, потому что очень-очень тяжело вести все это самой, да. Мне нужен будет человек моего телосложения, какая-то модная девушка, привлекательная внешне, которая разбирается в Инстаграме, которая нравится фотографироваться, переодеваться там и так далее. Мне нужно, чтобы она сидела, допустим, в магазине определенное количество времени, не знаю, тех же, может быть, 3-4 часа, там, день через день, может быть, пятница, среда, ну, там, понедельник, среда, пятница, может быть, вот такие дни, да. И все эти 3 часа она не будет там просто сидеть, потому что ей нужно будет мерить одежду, ей нужно будет в ней фотографироваться, ей нужно будет делать сторисы и посты. Нужно будет следить за рекламой. Да, кстати, раскрутка. Я понимаю еще, что сейчас, если я запущу таргетинг, таргетинговую рекламу в Инстаграме, то будет еще больше. То есть сейчас у меня пока что, мне кажется, только одни мои подписчики, либо, в принципе, были случайные люди, даже заходили ко мне, люди, которые просто по хэштегам нашли мой магазин. Вот, они приходили ко мне, это в Ростове было. Но я думаю, что также какая-то часть, но меньшая часть именно таких людей, которые нашли меня по хэштегам. Остальное все мои подписчики. В чистом виде я еще не раскручивала магазин, не давала нигде никакой рекламы, то есть ни с кем не сотрудничала, только через свой Инстаграм и свой Ютуб ко мне пришли вот подписчики. Вот. Но я думаю, что основной упор нужно делать на таргетинг. Естественно, сотрудничать с другими блогерами, с другими людьми. Можно по бартеру присылать им что-то из одежды, давать рекламу. Это те, кто хотят открыть магазин, да, и как его раскручивать. То есть это нужно будет делать. У меня, то есть, большая платформа, аудитория людей, которые уже пришли ко мне изначально. Но если бы этого не было, то, конечно, бы начало было совсем другое. Значит, первое – это желание, да, может быть, у кого-то необходимость, может, просто возможность открыть магазин. Второе, оформление ИП и так далее. Сказала, куда можно обратиться, да. Третье, это у нас аренда. Мы снимаем аренду и все подготавливаем. На это тоже нужно время, так что месяц там где-то нужно будет. Потом поставщики. Поставщиков вообще лучше заранее, кстати, находить. Может быть, даже сначала найти всех поставщиков, посмотреть условия какие, чтобы вы знали, где вы будете брать продукты и чем вы будете торговать. У меня все оно было по наитию. Все, знаете, вот как пошло, поехало. У меня есть какой-то товар, я думала, его будет достаточно. На самом деле, то, что у меня было, это недостаточно. И нужно было брать, и нужно каждый раз ассортимент обновлять, чтобы был от этого толк.
Поэтому поставщики должны быть, поставщики должны быть разные. Ну, если вы найдете супер одного поставщика, то хорошо. Вот. Размерный ряд должен быть, потому что я думала, что большинство, представляете, я думала, что большинство людей с моим размером S. Мне казалось, что это самый ходовой размер. Я ошибалась, и даже девочки, которые были у меня, занимались тоже магазинами, они сказали, что, как правило, это не самый ходовой размер. М-ка, Л-ка – одни из ходовых размеров. И тоже бывает, ты берешь маленькие, а потом они у тебя лежат. Берешь, например, весь размерный ряд, да? У тебя забирают М-ки, Л-ки, а С-ки лежат. Вот так получается. Бывают вообще большие размеры первым делом забирают. Поэтому размерный ряд должен быть. И это первое, что сподвигло меня искать новых поставщиков по одежде. Потому что, естественно, мои вещи, они все размера S. Ну, может быть, какие-то универсального размера. Но это немного, и этого не хватит. Вот, короче, поставщиков надо о них позаботиться заранее. Раскрутка я вам сказала, да? Это сотрудничество с другими популярными людьми, предлагать им что-то по бартеру, это самый лучший вариант, да, чтобы они что-то выбрали, на себе померили, прорекламировали ваш магазин. Также таргетинговая реклама, это реклама в Инстаграме. Вот. Ну, также на Ютубе, в принципе, можно делать рекламу, потому что в Инстаграме можно быть не зарегистрированным, а просто пройти по ссылке, посмотреть, что там продается, да. Не знаю, можно ли написать там сообщение, если вы не зарегистрированы. В общем, связаться как-то можно. Вот. И все. И про доходы свои лично я вам сказала, да. Вот занимаюсь, вроде бы хорошенький плюс, но понятное дело, что все должна быть раскрутка, раскрутка. И даже при том, что первый месяц я проработала активно, все выкладывая, да, еще было немного у меня подписчиков там на канале моем, да, может быть, там 2000, может быть, 1500, представляете, это ж только они начали идти. И то у меня было очень много заказов, я прям с утра до вечера сидела в этом магазине, отвечала всем. Потом все это собирала очень долго, я сама все посылки собираю, то есть я уже закупила, нашла тоже оптовиков, пакетики все эти, всякие ленточки, все это, конечно же, надо брать где-то подешевле, оптом, пачками, пакетики, ленточки, коробки, потому что на самом деле на почте все очень дорого. Вот упаковочные их пакеты, это очень дорого. Я, например, покупаю пакет, там 10 рублей стоит вот этот вот белый почтовый, да, а у них самый маленький стоит 28 рублей, чуть побольше 50 с лишним, представляете? То есть вы отдаете сколько денег на упаковку просто даже на одной почте. Вот. А я отправляю по почте, ну это уже другие моменты, да, я уже взяла целую пачку заполнять все это, взяла все, я упаковываю сама конкретно, и прихожу, уже у меня все заполнено, все заклеено, все запечатано, вот, я прихожу, и мне быстренько все это собирают и оформляют. Ну, в принципе, все, я думаю, я все сказала. Надеюсь, моя информация была кому-то полезна и интересна. Вот. Если вы собираетесь открыть шоурум, стоит его открывать или не стоит? Ну, если вам нечем заняться другим, да, то есть нет параллельных каких-то дел, сразу могу сказать, что он будет забирать очень много времени. Там реально очень много нужно делать. И хорошо бы, чтобы была конкретная модель, конкретное лицо, которое будет представлять ваш магазин, будет там все время фотографироваться. Ну, как бы, чтобы человека знали в лицо, и он мерил все вещи на себе. То есть у меня больше идут вещи, которые я померила на себе. Люди увидели, что да, реально на видео, на фото, как на мне смотрится. Да, это реальная вещь, она есть в наличии. Нежели мы сфотографировали все это с картинки на супер там зафотошопленной фотографии, супер там лучший ракурс, да, и это менее эффективно для продажи. Денисос куплю. Вот сейчас все, наверное, стоят там и думают, такой большой мальчик из соски. Что ты скажешь в своё оправдание? Пока ты совсем просяшься, да? Да, он просто болеет, капризничает. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь, до следующего видео. Целую, люблю, желаю вам много денег, вдохновения. Главное начать, попробовать. И успехов. Пока-пока. Маши, пока.